Переселение набирает обороты. Так, семья Виноградовых благодаря федеральной программе по переселению граждан из аварийного фонда переехала в новое жилье из дома 6-й категории. О прошлом уже не вспоминают, рассказывают о настоящем и будущем. Здесь есть вода, есть канализация, есть свет, есть газ. Обои на стенках, линолеум на полу. В этом случае сделаны натяжные потолки. В микрорайоне Баталова 4 комфортно всем. И мамам с колясками, и тем, для кого коляска – главное средство передвижения. Она специально для гражданина с ограниченными возможностями. То есть здесь мы старались предусмотреть все то, что необходимо для комфортного проживания. То есть широкие двери, отдельные колясочные. Опять же смотрим широкие двери, широкие коридоры, совмещенный санузел. И максимально все пожелания данного гражданина были выполнены. Я думаю, что на этом примере мы и другие районы, городские округа поучим, каким образом надо уже думать о доступной среде. Не говорить только вот о ней и не делать подъемники, чтобы все ходили в одном коридоре. Можно это дело спокойно развести. Борчане хорошие придумали способ. Я сегодня же дам поручение всем остальным поучиться и поработать в этом направлении. Примечательно, что темп переселения граждан из аварийного жилья в Нижегородской области выше среднероссийского, и в планах регионального правительства не снижать планку.